Тяп-ляп. Смотрите, это Вспыш соревнуется с тачкой-молнией. Молния выходит вперед. Вспыш, пора включать суперскорость. Гони! Вспыш обгоняет. Он победил! Давайте слепим Вспыша из пластилина. Нам понадобится красный, желтый, белый, синий, черный и серый пластилин. Еще подготовьте стеку. Брусок черного цвета сгладим. И поделим его на две части. Соединим их буквой Г. А теперь аккуратно сгладим шов. Красный пластилин разомнем и скатаем шарик. Сплющим его. И вылепим вот такую фигуру. Это передняя часть машинки. Соединим эти две детали вот таким образом. Теперь из кусочка красного пластилина скатаем колбаску. Сплющим ее и вылепим длинный прямоугольник. Прилепим его сбоку и сгладим шов. С другой стороны прилепим точно такой же прямоугольник. Теперь нам понадобится небольшой прямоугольник красного цвета. Поставим его сзади. Еще один прямоугольник разместим в центре фигурки. Вот так. Давайте вырезать отверстия для колес. Аккуратно наметим и стекой вырежем 4 одинаковых отверстия. Будем дальше лепить кузов. Вылепим колбаску и сплющим ее. Согнем ее в двух местах. Получается вот такая дуга. Поставим дугу на место. А теперь будем делать кресло автомобиля. Нам нужен черный пластилин. Вылепим вот такую таблетку. И придадим ей квадратную форму. Из двух таких фигур получается кресло. Установим в салон два таких кресла. Давайте теперь слепим руль машинки. Жгутик черного пластилина согнем в кольцо. В центре прилепим крошечный красный жгутик. Руль прикрепим к черному основанию. Поставим руль на место. Пора делать лобовое стекло. Скатаем жгутик и согнем его в двух местах. Чтобы наше лобовое стекло было реалистичным, сделаем его из прозрачного пластика. Подойдет любая подобная упаковка. Вырежем фигуру в форме трапеции. Вот такое стекло. Встроим его в пластилин. Отлично получилось! Идем дальше.
будем лепить крылья над колесами. Нам нужен длинный жгутик. Прилепим его над отверстием для колеса и аккуратно сгладим шов. Сделаем ступеньку. Нам нужен небольшой брусок. Теперь осталось слепить оставшиеся крылья и вторую ступеньку. Давайте теперь разметим расположение деталей на носу машинки. Начнем лепить бампер. Вылепим полоску красного пластилина. Разместим ее снизу. Теперь украсим капот вспыша. Вылепим красный прямоугольник. Прилепим его на капот. Сверху установим небольшой красный квадратик. Получается вот так. А теперь стекой отметим, где будет радиаторная решетка и глаза фары. Сделаем углубление в этих местах. Углубление для решетки заполним слоем черного пластилина. А углубление для глаз слоем белого пластилина. Глаза у вспыша синие. Прилепим черный зрачок и белый блик. Нам нужны два таких глаза. Теперь нам понадобятся тонкие серые жгутики. Сделаем из них рамку для решетки и для глаз. Здорово получается! Пора делать рот вспыша. Стекой вырежем отверстие. Заполним его слоем белого пластилина. Вот такая обворожительная улыбка. После того, как сделали рот, будем делать колеса вспыша. Скатаем небольшую таблетку серого цвета. Затем из красного пластилина вылепим вот такую полоску. Обернем ее вокруг серой детали. Также нам понадобится полоска черного цвета. По размеру чуть больше красной. Это шина колеса. Сделаем вот такие надрезы на шине. Колесо готово. Нам нужны 4 таких колеса. Кусочек проволоки скрутим в 2 раза. И облепим серым пластилином.
Это рессоры для колес. Поставим колеса на рессоры. Очень здорово! Вспыш почти готов. Осталось сделать 4 серые фары, которые мы разместим на дуге. А еще вот такие украшения в виде пламени на дверях машинки. Вот и все. Вспыш получился как настоящий. Тебе понравился вспыш? Ставь лайки и делись этим видео с друзьями. Пиши в комментариях, кого нам слепить в следующий раз. Чем больше лайков, тем раньше выйдет новое видео с лепкой. Смотрите, это вспыш соревнуется с тачкой-молнией. Молния выходит вперед. Вспыш, пора включать суперскорость. Гони! Вспыш обгоняет. Он победил! Выбери видео, которое хочешь смотреть дальше. Жми на солнышко, чтобы подписаться на канал Тяп-Ляп и смотреть все самое интересное первым. Смотри, как котик хочет, чтобы ты нажал на эту кнопку. Спасибо, что смотришь наши видео и ставишь лайки.